Почувствую себя сайгаком на Насте. Друзья из Беларуси, из Питера, с Краснодарского края, надо ехать. Снег вас ждет. Он вам понравится. Надо ехать. Оступился и все сразу по колено. Вот так же на рыбалку придешь в 6 утра с фонариком, оступишься. Только уже не снег, а прохладные воды Амура. И никто не увидит, потому что темно. Опасно все это. Но людям виднее. За рыбалку все отдашь, если это азарт такой. Как шахтеры с фонариком на лбу. 6 утра. А мне сейчас интересно стало, а как в Мурманске рыбачат? Там же вообще полярные ночи. Что-то надо загуглить, посмотреть сегодня. Они там, получается, вообще при освещении, наверное, какие-то лампы с собой берут. Какое там белое море? Не, белое — это Архангельск. Там реально, наверное, рыбачат с фонарями. Потому что 45 дней, полярная ночь. По-моему, она с 5-го, что ли, декабря, или с 15-го. Полтора месяца идет. Надо будет как-нибудь съездить. Хороший тренажер. Называется снегоход. Ноги потренировал. Собака резвится, балдеет. Собака белая, но снег белее.
Ну, собьешь меня сейчас. Как ее зовут? Кэрол. Как? Кэрол. Кэрол. Да. Английское имя. Я не знаю. Такой дали. Был такой писатель Льюис Кэрол. «Алиса в стране чудес» написал. А, да? Да. Загуглите. Да, Кэрол? Че, радуешься, в снегу, что ли, гуляешь, а? Сюда, что ли, едет? Придется дорогу уступать. Короче, надо выбираться отсюда. Я здесь устану идти до Первака. Сейчас на дорогу выйду. Здесь нормально уже. Подчистили. Я думаю, постепенно, потихоньку все расчистят. Вся зимняя норма снега уже выпала в ноябре. Мы будем надеяться на это. Бывший магазин «Солнце». Мы пришли надолго. Закрылись уже давно. Пошли здесь красотой полюбуемся.
Тропинка в лето. Прорубили на полметра. Друзья, я всем желаю прекрасных выходных с такой же отличной погодой. Кто жаждет снега, желаю снега. Кто жаждет лета, желаю дождя. У нас дождей не будет до апреля. Thank you.
На моих часах 2 часа дня, 3 декабря на календаре, Комсомольск на Амуре. Всем пока-пока, скоро увидимся.